Это я, девочка Даша. И, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими мы были веселыми. Хватались за ручки, хватались за ножки и ели картошку хрустящую. А сердце сказало: любить это важно, встретить любовь настоящую в школе возможно. Мы не даже не потребляем. Не быстро ходит просто. Повесь на шею лучше. И сразу идем там, смотрит, если они вообще не закрыли ресторан. Идем. Сейчас. Да, не знаю. Скоро сами есть. Через 10 минут. Сколько? Через 10. Thank you.
Thank you.
Тогда, да? Когда я ее увидел, я сразу так идем там. Сейчас были, она где-то рядом. Моя девушка. Да, нет. Миша, не русская, да. Она была так просто рядом, я. Когда она там была, да, так. А потом... Конечно. Вопросы по истории нашей страны, Самарской области, про космос и новые технологии. И эта юная девушка, Ирине, по-моему, 15 лет, да? Победила. Давайте ее поздравим и попросим сказать несколько слов. А кто? Спасибо большое. Новые технологии. Понравилось. Раз задавали что? Спасибо, что... Вопрос? Вопрос? И это город Санкт-Петербург. Я не знаю, Ирина думала об этом, нет, но она поедет в Санкт-Петербург во время чемпионата Европы по футболу еще в ближайшие дни. С минуты на минуту мы, конечно, поболеем за сборную России, я уверен. Россия вперед! Но постараемся, Ирина, дай бог наши выйдут там в четвертьфинал и поболеют тогда на стадионе. Ну что, еще раз с праздником вас, дорогие друзья! Россия вперед! Салют!
подружу. Это мне нужен? Да. Да. Почему так? Я не знаю. Ну, стабилизация надо. И стабилизация, да. И все. Давайте проверим. Россия. Это видеоблог. Это видеоблог. Давай еще раз. Это видеоблог. Это что? Видеоблог. Снимай видео. Это видеоблог. Подожди. Давай. Это видеоблог. Идем. Да, давай. Еще раз. Да. Это видеоблог. Ну да. Идем. Так тоже, если я за 60. Ну что ж, вот и подошел конец. Или там, идем там. И здесь так KFC, я узнаю, там смотреть, там не закрыт. А он открыт, хочу, не закрыт? KFC хочу. Он Эй. Открыт? Идем где-то, Макдональд, вон там. Без разницы, хоть куда. Можно в KFC, если он открыт. Ну да. KFC уже закрыт. Закрыт? Да. KFC это 21 часов. На вокзале вроде работает. Там? Там кто не закрыт? Да. Да, до 24. Это где? Где это вокзал? Ну, пицца хочу. А, пиццу хочешь? Да. Подписывайся на канал, ставь лайк. Да. Я хочу просто часов два, я хотим 2 часов там поставить и все. 2 часов по времени люди смотрят, там поставят и все. А что ты примерно когда выложишь это видео? Чего? Это? Да. Ну, день России. Типа день России и все. И я видео засвечусь, да? Чего? И я тоже видео попаду. Ну, да. Ты знаешь, за YouTube самое сложное это что? Монтировать. Нет. Начинать. Когда ты хочешь начинать, есть много времени, тебе надо вложить. А если они готовы, они согласны, тебе, как говорят, приятно и все. Хорошо. Куда? Да хуй знает. Куда идти, я не знаю. Короче, смотри. Вот мы так. Куда? Я где работал? А, не там. Смотри. Ты где? Идем туда. Вот туда, да, да. До Макдональдс идем. А? До Макдональдс. Мне надо смотреть, какой лучше, и все забрать, который нормально. А знаешь почему? Нас просто сейчас есть какой-то он. Первым еще ход переходит. Ты с какой стороны?
прикольно стало. Погода начинает холодно, да? Не, жарко еще. Возможно, это я. Душно на улице. Андрей Песок. Откуда все? Куда все идете? Ваня, я вижу, что я